Шалом алейхим. Напомню, на прошлом уроке мы касались, начали тему, когда делается та или иная работа, либо с целью, для которой она делается обычно, либо без цели, которую она делается обычно. Мы сказали, что в случае, когда она делается с обычной своей целью и обычным способом, то здесь есть запрет Торы. Если же отсутствует цель, для которой обычно эта работа делается, то здесь есть только запрет мудрецов, а не запрет Торы. Но мы сказали при этом о том, что это строгий запрет мудрецов. Вот, и даже в том случае, когда идет речь о чести человека, вот, все равно не разрешили совершать этот запрет мудрецов, вот, когда идет речь о запрете Торы. Такого рода работы бывают не только запрещены Торой, но и запрещены мудрецами. Приведем несколько примеров такого рода работ из нескольких разных областей. Первое. Если, допустим, у человека есть заусенец, который его мучает, ему больно. Ему больно как бы о том, что он ему мешает, он почти вот как бы вот уже отошел, вот, но еще не совсем, и довольно больно. Удаление этого самого заусенца. Что, в чем, какими запретами здесь может быть связано? Дело в том, что в Скинии Завета так, в частности, занимались стрижкой овец для того, чтобы добывать шерсть, потом из этой шерсти делали одежду для коинов. Так? Вот. Теперь, когда это делалось именно для того, чтобы добыть шерсть, тогда понятно, такая стрижка запрещена Торой. Если же это делалось для того, чтобы овцу постричь, а шерсть не нужна была, то в таком случае это запрет мудрецов. По подобию этого мы скажем о том, что если, допустим, человек стрижет волосы, либо стрижет ногти, либо удаляет заусенец, да, то поскольку ему не нужен ни ногти, ни заусенец, ни эти волосы, да, то в таком случае мы скажем, что это запрет мудрецов, а не запрет Торы. Но проблема в том, что в Шулхан Арухе, то есть в той книге, которой мы все соблюдаем с вами законы, так указано о том, что если человек удаляет один седой волос, допустим, белый, из черных, который у него есть, он ему мешает, в таком случае здесь есть запрет Торы. И там указано о том, что это запрет Торы не только с точки зрения шаббата, он делает этот шаббат, но и с точки зрения того, что это запрещено, в принципе, в будни не делать. Всего того, что мужчина не может делать то действие, которое подобает делать женщине, а не мужчине. В данном случае украшать себя, он удаляет этот самый белый волос, потому что он мешает как бельмо на глазу, как бы, потому что это некрасиво среди черных волос. Вот, поэтому он делает действия, которые разрешает сделать с женщинами, но не разрешается делать мужчине. Нет, женщина имеет в данном случае не то, что удалять волос, а любое действие, которое показывает о том, что украшает тело. Так, но нас касается именно тот аспект, который связан с субботой. Почему в данном случае Шулхан Арух запрещает это делать в шаббат? И довольно большое разногласие мудрецов, очень интересное обсуждение всех этих моментов, почему это запрещено. Пишет на это, по этому поводу Мишна Брура, та книга, по которой мы очень ориентируемся в законах. Он говорит о том, что есть еще один фактор, что когда это удаление этих самых заусенцев, ногтей, волос, делается с целью того, чтобы тело стало более красивее. В данном случае, как этот самый человек, он удаляет белый волос, того, что он ему мешает, да, тело, чтобы стало красивее. Именно с этого это делается. И тогда получается, что он совершает работу с целью, для которой она делалась. И он приводит, что в Скине Завета не только стригли овец для того, чтобы добыть шерсть, но были те ситуации, где это делалось для того, чтобы украсить то, что нужно было, украсить кожу. Я вспомнил, как бы идет речь о том, что это делалось для того, чтобы кожа, которую нужно потом было использовать для тех иных нужд, так, вот, нужно было удалить это от волос, для того, чтобы эти волосы, как бы они, чтобы кожа была более гладкой. Вот, и поэтому удаление этих волос делалось не только с точки зрения того, чтобы добыть шерсть, а для того, чтобы кожа была гладкой, то есть для самой кожи. И поэтому это похоже на нашу самую ситуацию. Но в любом случае, когда это делает человек не для того, чтобы украсить свое тело, так, допустим, эти самые заусенец, он никак не украшает, и удаление никак не украшает его тело, так, вот, то в таком случае мы могли бы сказать о том, что это
работа, но не делается с целью, которую она обычно делается. Да? Вот. То есть отсутствует эта самая цель. И поэтому это запрет мудрецов, но не запрет Торы. Сказано так, о том, что в случае, когда это делает, доставляет ему большое неудобство, то есть боль, не неудобство, а именно боль, то в таком случае разрешается удалить этот самый заусенец. То есть из базы того, что прежде всего ему не нужно это делать, он не делает для украшения. Так? Вот. Он удаляет только потому, что он ему здесь мешает. Второе, то, что он мешает ему так, что ему больно. Вот. И как, в том случае, когда он испытывает страдания из-за этого заусенца и делает именно с этой целью, что не для того, чтобы украсть себя, в таком случае, да, мудрецы разрешили даже такого рода работу, хотя это работа, вот им сказали, что в случае, когда идет речь о чести человека, это не разрешается, но в случае, когда идет речь о страдании, вот, то тогда, да, разрешается это сделать.